Вот и получила Аленка диплом. Нет, что банана. Мы забежали в кафе «Вкуснолюбов». Сейчас купим блинчики. Ждем, пока нам принесут блинчики. Ты хочешь, сына? Проголодались все, да? Сейчас возьмем блинчики и поедем в казачий хутор кушать шашлык. Отмечать Аленкин диплом. Здесь так красиво, такая зеленая травка. Вкусные блинчики, различные салатики, роллы, различные вкусняшки. А вот и папа подошел, любуется дипломом. Нет, там тоже нужно посмотреть море отца. Одни пятерки. Квалификация юрист. Одна четверка и уже синий диплом. Ага. Вот так одни пятерки. Ну что ж ты так, Ален, лишние четверки у тебя. Ну что это теперь? 5400. Сдавала 5400. 5400 да. Часов. Ладно, смотри сюда. Какая цель? Отлично. Это что, 5? А? Да. Ну ты уверенно говори. Да. Это. Да. Тоже отлично. А крестик, это значит не болело, да? Нет, это дозина. Я не знаю. Хорошо, отлично, 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 хорошо. Я когда буду такие отсюда? Ваша ночь. Здесь сидим, ее было? Ой, какие блинчики вкусные жарят. Это наш губернатор. Сколько у нас было предметов? Дипломированная. Молодец, доча. Получила квалификацию юрист. Так что аккуратно. Поздравляем за тебя, доча. Все соблюдали законы. Уже вон сейчас ехали сюда и нарушили. Нарушили что? То, что много ехало, людей пошли. Тут у нас шашлычок. Свежие овощи, картошечка. Это блинчики «Вкуснолюбов» мы взяли, шампанское, пиво, сок. Как вы поняли, мы в казачьем хуторе, мы очень любим это место. Пока еще людей мало, мы первые, да, практически. Доченьку, внученьку, сестричку Леночку, поздравляем с окончанием колледжа и получением диплома юриста от мамы, папы, братишки, бабушки, семьи Герман. Звучит этот музыкальный подарок. С пожеланием здоровья, благополучия. Молодец, ура! 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 Thank you.
теперь в нашей семье полноценный юрист, поэтому я тебе желаю, как говорится, дальше продвижений, то есть не ограничиваться этим, а чтобы уже был следующий, но уже был красный. Спасибо. Красный обязательно, обязательно, только красный. А это у нас поздравил крестный Аленки Саша. Дядя и крестный по совместительству. Спасибо большое за поздравление. За это вы должны поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Молодец, все, поехали. Да.